Игорь Крутой является непререкаемым авторитетом в своей семье. Он довольно строгий папа, но при этом никогда не повышает голос на детей или внуков. Композитор выражает свое недовольство с помощью мимики. Ему достаточно состроить гримасу, чтобы у близких не возникало желания спорить с ним. Младшей дочери Игоря Яковлевича этим летом исполнится 16 лет, а значит, сейчас она находится в подростковом периоде. Это, как известно, большой стресс не только для самих детей, но и для родителей. Крутой уверяет, что вмешивается в воспитательный процесс в том случае, если у его жены, Ольги, возникают проблемы. «Мне грех жаловаться. Я для своих детей – серьезный авторитет. Если моей жене надо повлиять на детей, то она через меня действует». Во всяком случае, у младшей дочери, при всей сложности переходного возраста, у нее для меня слова «нет» не существует. «Просто ни одного», – сказал Крутой на съемках программы однажды. Кстати, Игорь Яковлевич рассказывает, что имеет с Александрой очень трогательные отношения. Она до сих пор иногда любит, когда именно отец укладывает ее спать. С Викторией, старшей дочерью, у композитора уже другие отношения. Она давно живет отдельно, вышла замуж и родила Крутому внучку Дэми Роуз. Свою музыкальную карьеру она поставила на паузу ради материнства. Впрочем, как уверяет Игорь Яковлевич, Виктория никогда не горела музыкой настолько, чтобы стать настоящей звездой.